Воскресенье в Самаре обещает стать по-настоящему жарким. Фанаты бокса смогут увидеть матчевую встречу между командами России и Сербии. Бои пройдут в 7 весовых категориях. Сборную команду России представят Игорь Свиридченков, Максим Кузнецов, Нурлан Сафаров, Хикмет Гараев, Дмитрий Дводненко, Андрей Косенков и наш земляк Алексей Салмин. В рамках встречи состоится главный профессиональный бой вечера между россиянином Артемом Сусленковым и американцем Кевином Джонсом в супертяжелом весе. Перед вашими глазами мужчины-герои. Я не сомневаюсь в большом чемпионском будущем Артема Сусленкова. Я не сомневаюсь в том, что Кевин уже сделал бокс и еще сделает то, на что можно будет посмотреть. И не сомневаюсь, что это будет один из красивейших поединков за всю историю бокса. И это будет в Самаре. Какой будет бой, я не могу вам сказать. Он будет интересный. А сколько он продлится, это вы сами увидите. Будем боксировать. Приходите все посмотреть на красивый бокс. Очень радуюсь, когда у нас в регионе проходят такие прекрасные вечера бокса. Вот. Вам огромное спасибо, что популяризируете спорт. Я знаю, как спортсменов из сборной России, потому что я много лет был в сборной России, так и спортсменов из сборной Сербии. И на самом деле будут очень конкурентные бои. Напомню, в марте в Самарском дворце спорта состоялась международная матчевая встреча по боксу между командами России и Беларуси с участием сильнейших спортсменов двух стран. Такие мероприятия всегда становятся импульсом для развития бокса, привлечения детей и молодежи в спорт. В Самарской области при поддержке правительства региона уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Сегодня в губернии более 10 тысяч жителей систематически занимаются боксом. По итогам 2022 года 25 спортсменов региона вошли в состав сборных команд России. Виктория Шарая, Константин Головин. События.